зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси и The Dog Father. Всем здравствуйте. Сегодня мы играем в игру SWAT 4. И это седьмая миссия, седьмое видео, как хотите так и называйте. Коротко о брифинге. Нам нужно произвести захват преступников в подпольном горном доме. Из них выделено 3 человека. Это организаторы 2 букмекера. И, соответственно, нам нужно спасти нашего детектива, который там работал под прикрытием. Ну, а также спасти гражданских и обезвредить преступников. В данной миссии я из снаряжения возьму себе, скорее всего, автомат Калашникова. Из личного, пускай это будет кольт. Тактическая, как обычно, светошумовая, шоковая, аэрозоль, зонт. А специально возьму взрывчатку. В защите я возьму шлем и тяжелую броню. Да, без тяжелой брони никуда. Я тоже шлем с тяжелой броней возьму. Основным возьму МП5 с глушителем. Личное возьму кольт, питон. Короче, магнум. Как я. Тактическая, блокиратор, газ, светошумовая, шок, 2 гранаты, специальный дробовик. И вот мне интересно. Так, подожди-ка. Вот мне интересно задание. Спасти детектива, это понятно. Задержать 2 каких-то там гавриков. Еще одного надо арестовать. Чем отличается задержать от арестовать? А задержать, наверное, можно задержать, даже когда он будет ранен. То есть его можно убить. Ага. Арестовать. А этих надо живыми взять. Да, да, да. Угу. Походу так. Ну все, тогда я готов. Говорит центр. Группа захвата прибыли по адресу Westfield Road, дом 1092. Центр развлечений. Сейчас будем развлекаться в самом центре. Батюшки, ты видишь, что произошло? О, какой экшен. Ничего себе. Я аж вспотел просто. Телевизор включил? Ага. Сейчас. Вот это да. Чисто. Сейчас я сюда посмотрю. Туалет вроде чисто, но... Ну что-то тебя смущает. Чисто, чисто. Смотри, как расположен толчок по отношению к двери. Очень удобно. Да, еще можно в зеркало смотреть. Когда Сережа, да, какой-то красивый. Так. Полиция, руки вверх! Тихо, тихо. Не пали контору. Я так разминаюсь. Голос разрабатываю. Рот разминаешь. Не вижу, что там дальше, прямо перед нами стойка. Короче, гляди. 4 глаза. У меня только 2. Плюс очки. Что-то мне кажется, что они... гражданский. А чё он завис? А, вот, все нормально. Они здесь. Руки вверх, быстро! Не стреляйте. Я простой менеджер. Он простой менеджер. Не стреляй. Что он там бормочет? Какой адвокат? Все на колени! Закрыто. А кому-то кричал? Это я думал проверить, но я нажал. Посмотри, пока в ту дверь я здесь сейчас здесь зондом посмотрю. Блин, пока этот зонд выберу. Лестница какой-то, как склад. Я сейчас тебе зонт в жопу засуну. Я смотрел в дверь просто.
тоже не понимаю. Пошли, наверное, через эту дверь все-таки. Давай заложника вперед вот так вот. Вытолкаем, да? Да, я за ним, если что. Прикинь, у меня нету фонарика на этом оружии. Ну, так правильно, Калашников. Зачем ему фонарик? Ну хули фонарик, да, ебашь просто и пиздец. Смотри, тут второй этаж, балкончик. Так, чисто вроде. Я бы так не сказал. Так, это дверь. Та, которую ты смотрел. Надо, да. Смотри, они сейчас могут быть там слева, справа. Полиция, бросить оружие! Снизу. Полиция, вижу, вижу, вижу. Оружие, ах ты, сволочь. Убежал? Убежал. Падла такая, сейчас. Он сказал взять их. Ух, в меня сзади. В меня стреляли. Штаб, это группа захвата. Руки вверх, быстро! Бля, я слепой как котенок, нихера не вижу. Он упал на свою пушку, понимаешь? Или я ее подобрал, не знаю. Он сзади выбежал, короче, начал мне в спину стрелять. Задержать Алина Круза выполнено. Арестовать Луи Бакса выполнено. Что-то я себя плохо чувствую. А я ничего не вижу. До сих пор? Ну, фигово видно очень. А что, тебе в глаза настреляли? Нет, просто у меня нет фонарика. А что, так темно, что ли, здесь? Ну да. Куда ты за гондон убежал? Вот смотри, какие камеры были. Готов? Готов. Так. Открытая дверь. Стой, 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 я гранат. Установлена новая цель. Что это было? Подземный ход. Между прачечной и еще чем-то. Готов? Готов. Справа чисто. Слева не вижу. Тоже чисто. Вот мне кажется, они все там засели. На колени, быстро! Давай. Готов? Давай туда гранату. Давай. Ты открывай, я кину. Закрыто. Все. Он пушку, он пистолет достал. Все, я убил его. Он же бросил его. Бросил, и потом достал пистолет сразу. Да? Из-за спины, да. Полиция, руки вверх! Все на колени! Че там, че там? Лежит один. Ах, давай. Стой, давай этих повяжу. Лежи, я пока. Прикрывай меня. Тут еще одна дверь, просто я боюсь. Полиция, бросить оружие! Ты меня не прикрыл. Прикрыл, одного завалил его. На колени, руки вверх, я погиб. Бросить оружие! Руки вверх, быстро! Смертью. Все на колени! Храброго на колени, бойца. Быстро! Руки вверх, быстро! Вот он меня пристрелил. Что, казнить его по законам гор? Да не надо. Смотри, сзади тебя там слово валяется. На колени! Подозреваемый задержан, увозите. Вас понял. Группа захвата. Левее, левее, он пистолет там. Ты пропустил пистолет. Сейчас. Ранен офицер. Нет, нужна эвакуация. Кореша ранили, а ты за свой пистолет. Смотри, как я упал. Подозреваемый арестован, можно увозить. Блин, как я теперь вслепую? Продолжайте выполнять задание. Полиция, держать руки на... Подозреваемый задержан, увозите. Понял вас. Продолжайте выполнять задание. Где там пистолет? Вроде был прям вот как заходишь справа, но сейчас его там нет.
Может, у меня просто рассинхрон был, не знаю. Руки вверх, быстро! Руки вверх, быстро! Штаб, это группа захвата. Тут в подвале целое казино, задержанных будет больше. Гражданские в безопасности, высылайте машину. Дом разбит, понял вас. Транспорт на подходе. Здравствуйте. Я верю в тебя, давай. Ух, нифига у него волына там. Если ему сразу хедшот дам, блять, как он выйдет. Почему у него такая реакция сразу? Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Сука ебаная, блядь, я 5 раз сказал бросить оружие. Усач хую. Отстрелил ему. Яйтишки. Яйтишки? Да. Мы одну дверь там пропустили. Эту? На колени, не, мы через нее зашли. Не, заходи туда, заходи, заходи. Сейчас увидишь, за мной, за моим трупом там есть дверь. Где? Вот там. Блять, я ее не видел. Я думаю, тут порно висел задорно. Полиция! Держать руки на виду! На колени! Тебе, руки тебе вверх, страшно? Очень. Тебе осталось спасти детектива, спасти всех гражданских и обезвредить преступников. Гражданские в безопасности, высылайте машину. Еще не все потеряно, понимаешь? Андрей, что мы тут, блядь, детектив ебучий. У этого Калашникова слишком большой разброс. Оттуда вам и спустились. Там еще одна дверь. Где? Назад вернись. Ага, и налево смотри. Впереди видишь? Или мне показалось? А, там лестница наверх. Я отсюда пришел. Вот лестница. Открытая дверь. Что бы это могло значить? Хуй его знает. Штаб, это группа захвата, мы в практике. Смотри, там чья-то рука. Понял вас, группа захвата. На колени, быстро! Сука, еще ша в голове скворечник. Он к тебе во множественном числе обращается, кстати. Говорит, они здесь. Подожди, мы что-то были в этой, не? Не были в этой параше? Не были. Так вон там куда-то гранату кинул там. Свара этих уродов. На колени, руки вверх, выполнять! Ах ты сука, на! Ты видел, стрелял по мне? Видел, видел. Полиция, он еще там бегает. Обалдеть, ты видел? Ты видел этот прикол, блин, конченый этот револьвер, однозарядный. ЖЖВП просто. Тебя жарабас застрелил. Да? Согласен. Зато 17 из 100. Ну, уже не ноль. Да. Уже не ноль. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите остальные наши видео.
по другим играм. Оставайтесь с нами, будет весело. Всем пока. Пока-пока.